Hello. Так а почему я уникальная? Никаких фото сюда и походов туда. Ну, сюда фотографии-то не откровенные. Причем здесь никаких фото сюда. Просто я тебе говорю за то, что... Не донат пока нет. Приват. Понятно. Но я... Тебе вообще не нужен танго. Вот. Я про что? Только стала фотосессия. Ой, фотосессия вообще классная. Короче, макияж, 3 образа, 2 часа студии, час фотосессии, 15 тысяч. Исходники все крутые. И отредактированных, ну, таких просто как бы светоподача, 35 фотографий. Девочка-фотограф, да, девочка. Мне очень понравилось ее отношение к работе. Дело в том, что у нас время закончилось. Нам говорят, типа, ну, все, закругляйтесь. И она, короче, такая, это... Сейчас еще 5 минут. То есть, ну, она такая заинтересованная. Да, она сама визажист. Она сама красит. Она еще образ один мне, то есть, от себя подобрала, помимо того, что у меня было с собой. То есть, у меня было моих 2. Красный, бежевый. И она мне еще джинсовый там свой образ там... тоже принесла, типа, вот, хочу тебя попробовать в этом пофотографировать. Я говорю, без проблем, типа, давай попробуем, если хочешь. То есть, ну, прям вообще круто. Ну, сюда не пропустят фотографии. А так это, ну, фотосессия вот как раз-таки, где в красном пиджаке. В джинсовом не пропустят, они все такие более открытые. Халат, привет. Бежевым по классике. Я вообще не созваниваюсь. Ты же знаешь, зачем мне в какие-то лайф, не лайф идти. С учетом студии, визажист, ну и фото. 6 получается. Нет, ну круто, короче, все равно получилось. Ну, студия 2 часа аренда. Потому что там сразу и красили, там сразу находились. Смена образа, все. Да, 15 это норм. Ну, просто я говорю, за исходники такие крутые, это вообще нормально. Мы ходили, я с детьми ходила на семейную, короче, фотосессию на улице по осени, в начале осени. 6 500 за съемку, исходники говно, обработанных 20 просто, ну, которые обрезанные, ужасные. Мне еще угрожают. Ты когда скинешь фотографии... Я не скидываю фотографии, с чего вдруг я должна тебе скинуть фотографии. Сюда не пропускает, видишь? Все, что есть, есть вот на странице у меня. Пошел. Мне сразу это, в блок, в бан. Как тут сидят вот целыми сутками напролет, я вообще не понимаю. Тут выходишь в свободное время и думаешь, потратить его сюда или потратить на что-то другое, магию, привет. А как тут сидят целыми сутками, я вообще не понимаю. Николай Львов, здравствуй. Но 24 на 7 сидят ноги. Нет, я могу зайти к кому-то, то есть, ну, когда там... Я, допустим, ну, ничего не делаю, но при этом я не могу выйти. У тебя жопочка как багажник. То есть не складывается. С чего ты взял? Нет. Вдруг у меня нет жопочки. Вдруг у меня нет. Увидел, где ты увидел? А, ну единственное, когда полный рост я вставала на балконе, или в этот велосипед, как я вела в эфире.
Увидел. Красотка. Да вообще не говори. Сейчас еще все углядят. Да, сейчас вообще себе фильтров наложу. Вот. Макияж сделаю. Будет. Ну, кстати, мне ни один макияж, который здесь есть, вот фильтры, мне не подходит. Всем привет. Всем-всем привет. Кто у меня тут сидит? Ленин Тортик, привет. Мурат, привет. Натурель лучше. Я вообще, когда вышла с макияжем после фотосессии, мне, короче, сказали, что это... Я как старуха. А кто-то наоборот. Привет, солнышко. Привет, солнышко. Привет, привет. Я, короче, задумалась, чтобы держатель купить на коляску, пока во время прогулки гуляешь, так телефон раз поставил и не заморачиваешься. Давай только аккуратно, пожалуйста. Ты не можешь аккуратно? А, молодец. Давай. Смерч, привет. Авокадо, привет. Всем привет. Мой актив куда-то убежал. Я все думала, короче, со спортзала вести эфиры, но я поняла. Ты в батлах не сидишь? Нет, я на желание не играю. Тайный незнакомец, здравствуй. Я на желание не играю. Меня звали там несколько раз, но я типа не готова. А что не ведешь из спортзала? Из спортзала я так подумала, что это очень неудобно. Это надо везде за собой телефон носить. Ты же, ну как, не поставишь его на одно место? Потому что я занимаюсь сплитом. То есть, привет, Илья. Я занимаюсь сплитом. То есть я, допустим, делаю там 3 упражнения, там, к примеру, там по 15 подходов. Потом у меня... Привет, привет. Потом у меня минута отдыха. Потом я повторно там опять эти 3 упражнения. И вот, ну, так, короче, это по разным тренажерам бегаю. Ну и прикинь, я по залу такая, не занимаюсь, а с телефоном просто буду бегать. Как я? Да нормально все. Спасибо, ты как? Поэтому это очень некомфортно. Я об этом думала. Ну или это. И другой вариант, это просто, ну, тренеру сказать... То, что, ну, Андрюха, не волнует. Давай таскай мой телефон. Ноги ведут. Ну вот, видишь, ну кто-то ставит там в определенный, смотря опять же, какие занятия. Вот. У меня иногда тренер снимает видосы, но он больше снимает для себя, себе выкладывает. Я один выкладывала такой лайтовый. Ну все. Так что так. Не знаю. Не знаю я, чем заниматься, чем заняться здесь. Я все за Бигастар думаю. Типа пробовать, не пробовать.